Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. Это у нас мини-вэн Mitsubishi Delica 2019 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 2,3 литра турбодизель на полном приводе, на автоматической коробке передач. Машина в отличном техническом состоянии, маленький пробег. Так, наверное, проще будет, мы с вами переместимся в автомобиль, я вам покажу состояние салона, расскажу про комплектацию, ну и покажу, что там еще есть интересного. Начнем, наверное, мы с вами с салона сзади. Здесь у нас с вами раздвижные двери, вот такой вот большой просторный салон. Автомобиль у нас с вами получается шестиместный. Эти сиденья можно без проблем, они прицепляются вот сюда, вот сверху, на крючки. В принципе, я сейчас одну сидушку подцеплю и покажу, как это выглядит. Ну, вот, значит, одну сидушку я собрал. Время уходит на это, ну, буквально, может, там 10 секунд. Вот так она сюда пристегивается. Эту тоже также можно пристегнуть. Понадобилось место, разложили обратно. Если вам место не нужно для пассажиров, обратно можно пристегнуть. Так, ну и, в принципе, салончик у нас здесь с вами чистый, аккуратный. Состояние хорошее. Передние кресла у нас тоже с вами двигаются вперед-назад. Спинки регулируются. Есть подлокотники вот удобные с двух сторон, кстати, пожалуйста. Так, ну а теперь пойдемте смотреть автомобиль в передней части. Также у нас с вами на автомобиле имеется бесключевой доступ на всех ручках. Так, значит, спереди у нас с вами тоже аккуратный чистый салон. Водительское кресло у нас с электроприводом. Состояние салона хорошее, все красиво, все блестит. Итак, давайте, значит, пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами есть мультируль. С мультируля можно управлять бортовым компьютером, штатной системой, также круиз-контролем, имеются подрулевые лепестки. Так, есть у нас с вами датчик света. Датчика дождя я не вижу. Ну, в принципе, датчик дождя штука такая, кому-то он нужен, кому-то нет. Так, значит, подогревы передних сидений у нас с вами на два режима. Автоматическая коробка передач, управление полным приводом. Здесь у нас с вами автохолд, электроручник. Эта клавиша у нас отвечает за отопление салона задних пассажиров. Вот они вот находятся вот здесь вот. Так, значит, дальше здесь у нас с вами двухзонный климат-контроль, штатная аудиосистема с большим, красивым, сочным, ярким экраном. Конечно же, имеется камера и 360 градусов, и задняя камера отдельно. Кнопочка старт-стоп. Здесь у нас с вами открывание крышки багажника, открывание дверей, блокировка всего этого, кстати, тоже есть. Так, здесь пониже у нас контроль полос, предупреждение столкновений, эко-режим, кнопка отключения стабилизации. В комплекте будет вот такой вот заводской оригинальный ключ с меткой Starline. Ну, у нас с вами сейчас заведен автомобиль, ровно работает мотор, ошибок никаких не горит, пробег на автомобиле составляет 46 тысяч километров. Данный автомобиль находится в наличии в автосалоне столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам про автомобиль. Если вас все устроит, машину сможете у нас приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. Это я с вами прощаюсь, спасибо вам за просмотр, желаем хорошего настроения, всем доброго, до свидания.